Под видом сотрудников ФСБ мошенники выманили у жителя Лентора почти 2 миллиона рублей. Мужчина написал заявление в полицию и рассказал, что получил звонок якобы из Центрального банка. Собеседница сообщила, что от его имени поданы заявки на несколько кредитов. Чтобы деньги не достались злоумышленникам, нужно в тех же банках оформить встречные займы на большую сумму, обналичить их и перевести в ЦБ. Для убедительности жертве позвонил и псевдосотрудник Федеральной службы безопасности. Он сказал заявителю, что от Центробанка ему поступила заявка на погашение кредитов. Мужчина поверил, в течение недели оформил 5 займов на 1 миллион 900 тысяч рублей, затем снял деньги и совершил почти 50 переводов на различные счета, которые ему диктовали по телефону мошенники. Возбуждено уголовное дело.